Единственный человек в городе Санкт-Петербурге, который был лично знаком с Зиновием Биртманом. И можно сказать, кстати, имеет одно рукопожатие до Биртмана. Заслуженный артист России, актер театра имени комиссара Ржевской, почетный житель города Тюмень и современник Зиновия Аркадьевича Биртмана Николай Соловьев. Записи ничего не было. Вот. И даже нас после концерта, значит, там завели туда, там, за кулисы, там, и я даже помню, что я его видел вот рядом как-то, и даже вот это, с ним за руку поздоровался. Да, волнуюсь маленько тоже. В садах плед рос густой, и все цвело для нас с тобой. Только как мне прожить этот день без тебя? Туман в глазах, а в ушах Гандлоус Блюз. Яркий солнечный день, и тебя я люблю. Только как мне прожить этот день без тебя? Куда иду, не знаю, как ангел во плоти. Я отражаюсь в лицах прохожих на пути. В этом мире проблем кто-то ждет перемен. Я одно знаю точно, you are woman, I am a man. Но когда я исполню 100 грамм, не тая, кто поймет этот мир лучше меня? Но мне надо дожить этот день без тебя. Надо как-то дожить этот день без тебя. Этот день без тебя.